Две зареченские семьи – Кошелевых и Безгиных – удостоены почетного знака главы города за достойное воспитание детей. Заслуженную награду им вручил председатель собрания представителей Сергей Рузайкин на торжественном вечере, посвященном Международному дню семьи. Чем крепче семья, тем сильнее и крепче наше общество. На самом деле это достаточно высокая награда, и мне бы очень хотелось, чтобы эта награда, этот знак, он, знаете, у каждой семьи есть такая коробочка дома, такая шкатулочка, может, у кого-то папочка, где лежат какие-то такие дорогие, ценные вещи в части, там, документы, старые фотографии, может быть, письма какие-то там важные, или какие-то такие вот побрякушки, прабабушки, тоже такие очень ценные, чтобы этот знак был там, как некая реликвия этой семьи, для того, чтобы будущие поколения знали, что эта семья уже давно имеет свои традиции. Супруги Кошелевы воспитали сына Андрея и дочь Лилию. Их семья построена на взаимоуважении. Своим детям они постарались привить лучшие человеческие качества и теперь по праву ими гордятся. Семья – это команда. Команда, которая помогает друг другу. Команда, которая выручает, которая радуется. Которая переживает друг за друга, на которую может надеяться. Главное – это нравственное воспитание ребенка. Наверное, поэтому они надежные у нас, могут помочь в любую минуту. И вот я вспоминаю свою маму, она всегда говорила, что не выпячивайся, а жди, когда тебя похвалят. Вот так вот мы и воспитывали своих детей. Кроме того, на торжественном вечере чествовали семьи, проживающие в микрорайоне, где расположен Дом культуры «Дружба», которые воспитывают детей дошкольников и принимают активное участие в жизни города. Особым подарком для гостей праздника стал концерт, подготовленный творческими коллективами. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».